Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Только что я была в теплице с перцами и показывала вам, какой схемой посадки я пользуюсь при выращивании перца в теплице. Но есть перцы, которые можно выращивать загущенно. Это маленькие, компактные, особенно карликовые сорта. Вот эти сорта, которые скороспелые, они могут даже дать урожай и в открытом грунте. Вот у меня просто грядка. Вот рядом с теплицей, помните, я где таймыр садила, вот тут дорожка, вот она грядка. Я сейчас их высаживаю. Вот, например, карликовый сорт Винни-Пух. У него вообще указано, что на квадратном метре его можно высаживать 16 штук. Вот он метр, вот раз, два, три, четыре в длину и раз, два, три, четыре в ширину. Но тут уже у меня Венти начался, но если бы был Винни-Пух, то как раз было бы на метре. 4 в ширину, 4 в длину, было бы 16 кустиков. Но я их здесь посадила всего 12, потому что он у меня есть в теплице. Такой же сорт загущенно можно посадить и Венти, потому что он компактный. Он всего 35-40 сантиметров. И они маленькие, ну, они скороспелые, видите, они уже с маленькими перчинками. Я их сейчас высажу. Они укоренятся и начнут плодоносить. Дальше я посажу такие же сорта, которые скороспелые. Это белый налив, потом забыла, таежный, уральский. Те, которые маленькие, компактные, я все посажу их вот так на грядке загущенно, потому что им не надо много места. И если у вас нет теплицы, а остался какой-то вот уголок в огороде, вы можете вот так вот высадить перец, и он тоже даст вам урожай. Но только нужно выбрать именно скороспелые сорта. Сорта маленькие, компактные, которые не будут в высоту вырастать и не будут падать на бок. Все, с вами была Ольга Чернова. Это вот схема посадки для карликовых таких или компактных сортов. На одном квадратном метре вот такие 16 штук. А вот такие я сажу 12, по-моему, 1, 2, 3, 4, 6, 7. А, да, а Венти 12 штук. Вот 12 корней на одном метре вы можете вырастить. Все, до свидания.